Естественно, кому приятно? Конечно, неприятно. Это же ужас. Почему не убирают? Уже неделю никто ничего не убирает. Ни мусоровозов нету, ни никого вообще нет. Свое недовольство высказывают жители Ленинского, Металлургического и Тракторозаводского районов. Контейнерные площадки там завалены, к мусорным бакам не подойти. Приходится тренироваться в меткости. В мэрии ситуацию объясняют саботажем подрядчика. 11 сентября городская свалка была закрыта. Теперь 5 из 16 компаний отказываются вывозить отходы по прежнему тарифу на новый полигон в Полетаево. Эти организации расслали письма жителям, управляющим компаниям с требованием поднять тариф для населения. Но на что город, администрация области, Министерство экологии резко выступило против, что тариф населению поднимать никто не будет до конца года. Есть субсидия, вам возить выгодно уже сейчас туда, в минус вы не работаете. Уже сейчас в город готовы зайти альтернативные компании из других регионов, которые обеспечат чистоту дворов. Как подчеркивают в администрации, к концу следующей недели вопрос с отходами во всех районах Челябинска будет решен.